Тамбовская область приняла участие в апробации пилотного внедрения доставки экзаменационных материалов единого государственного экзамена по сети интернет. В скором времени материалы для ЕГЭ через виртуальное пространство будут поступать сразу в пункт сдачи экзамена. Специалисты считают, данная технология позволит сократить время и расходы на доставку экзаменационных материалов. Кроме того, повысит информационную безопасность при проведении ЕГЭ. Новые методы продемонстрировали родителям, чьи дети в следующем году будут сдавать единый госэкзамен. Родители, приглашенные на акцию сегодня, увидели, каким образом расшифровывались контрольно-измерительные материалы, распечатались эти материалы, из чего они состоят, из бланков, из кимов. Они считают, что это намного лучше, чем ранее это передавалось все по CD-дискам. Применение новой технологии во всех пунктах проведения экзамена планируется уже в следующем году. По задумке, она должна полностью минимизировать влияние человеческого фактора на результаты единого государственного экзамена.